Шановні колеги, сьогодні у нас з вами чергова зустріч в рамках циклу програм про науку компетентно для YouTube-каналу нашої Національної академії наук України. Ми вам дуже дякуємо за увагу до наших програм і сьогодні за вашими пропозиціями ми присвятили цю програму дуже перспективному і цікавому науковому напрямку, який є дуже важливий взагалі в хімії, це органічній хімії, яка стосується цей напрямок інноваційним розробкам нових лікарських засобів, засобів захисту рослин, тобто того, що дуже важливо для нас, для всіх, тому що це пов'язано фактично з нашим життям. І сьогодні наша розмова з доктором хімічних наук, професором кафедри супрамолекулярної хімії Інституту високих технологій нашого Київського національного університету імені Шевченка, завідуючою відділом хімії біологічно активних речовин Інституту органічної хімії нашої академії Дмитром Волочнюком. Вітаю вас, Дмитре. І сьогодні навіть час запису нашої програми спеціально був обраний з таким розрахунком, що ви встигли онлайн прочитати лекцію одній із компаній американських, які працюють в галузі хімії. Я не знаю точно, яка компанія, знаю, що ви дуже часто від'їжджаєте з лекціями, дуже часто виходите в онлайн. І саме практичні хімії навіть Сполучених Штатів, найпотужнішої країни в економічному плані, ну і в науковому також, звичайно, ви читаєте лекції. Тобто це означає, що наша хімічна наука, тим, чим ми займаєтесь, це дуже має високий рівень. І думаю, що для всіх було би важливо знати, наскільки цей рівень визначає і в практичній площині результати того, що ми маємо в хімічній промисловості, в фармації, в майбутньому розвитку наших хімічних і фармацевтичних галузей в Україні, в агропромисловому комплексі, який також потребує речовин, які захищають рослини і сприяють їх врожайності і так далі. Тобто я, з чого ми почнемо, важко сказати, але, можливо, навіть з того, на яку тему ви хотіли сьогодні читати лекцію американських компаній. Тема лекції була, я називаю ту тематику «Нетрадиційні методи активації молекул». Это за последние, наверное, 10 лет произошел стремительный переворот в органической химии. И если раньше в лабораторных условиях и в полупромышленных условиях мы все представляли о том, что химия – это какие-то реактора, где что-то мешается, перемешивается, это греется, и нагревание было единственным как бы, термическим. Как бы. Мы встрясывали молекулы для того, чтобы мы преодолевали барьер активации и реагировали так, как мы хотим. На сегодняшний день кардинально поменялось вообще парадигма, и реактора постоянного объема, они потихонечку вытесняются другими методами, как и активации. То есть это высокочастотное облучение, это ультразвук. Да, микроволны, да. Ультразвук, ультрафиолет. Это электрохимические методы активации. Но, соответственно, для того, чтобы можно было их масштабировать и делать не на кончике шпателя, как это делается в академических лабораториях, на вооружение пришли проточные технологии. Как бы это реактора, которые не являются реакторами. То, что было всем понятно, это не просто в каком-то объеме, что смешиваете, да. А может быть в малом объеме, но все это связано с движением. И одновременно с каким-то там облучением, чтобы создавать энергетику, которая способствует той или иной реакции. Абсолютно верно. Причем большие компании, бренды, которые есть, например, компания Lonza заявила о том, что они вообще полностью всю свою... Lonza – это чья компания? Lonza – это швейцарская компания. Это международная. Международная, огромнейшая компания, которая они одни из первых начали применять проточные реактора у себя. Они очень много работали с японскими университетами, которые разрабатывали непосредственно эти технологии. То есть, по сути, мы сейчас говорим, что наша, так сказать, химическая промышленность, если так сказать, да, вот современная,
Это уже не та, которую мы себе представляли, вот там объединение стирол, это огромные трубы, абсолютно. Это там многотонное абсолютно. Что-то. Многотонное тоже есть, минеральное удобрение, скажем. Конечно, есть. Но если мы говорим о тонком органическом синтезе, который применяется в производстве active pharmaceutical ingredient, то как непосредственно фармсубстанции, если мы говорим о действующих веществах средств защиты растений, это все-таки тонкий органический синтез. Давайте, наверное, больше всего будем говорить об этом. Есть крупнотоннажная химия, есть малотоннажная химия, которая относится как раз вот в прямом виде фармацевтическая промышленность, поскольку нужно в малых дозах произвести активное вещество, субстанцию, которая, соответственным образом, она сертифицируется, а потом произвести лекарственный препарат, который тоже должен пройти все международные нормы, все стандарты, которые мы давно уже по ним всем работаем. Да. И то, что касается, скажем, средств для агропромышленного комплекса, там, ускорители растений, средства защиты растений. Вот давайте вокруг этого. Наверное, как раз та вот эта тонкая химия, которая больше всего сейчас близка к нашему здоровью. Мы лечимся, мы хотим, чтобы была здоровая пища и правильными методами ее защищать, чтобы, зная, что мы покупаем, не могли, соответственно, и приносить какой-то еще вред себе. Вот скажите, вы лекция — это здорово, да? Вот вы читаете, будете читать лекцию иностранной компании, я уверен, что она успешно производит что-то в больших количествах, ей нужны ваши знания. Скажите, вот ваши знания и ваши результаты, которые вы сейчас имеете вот в этих областях, насколько они сегодня развиты в практическом плане у нас? То, что вы прекрасный институт представляете, Институт органической химии, только комплименты в адрес вашего института, можно сказать. То, что хорошая школа химии Киевского национального университета, это тоже общеизвестно. Смотрите, ситуация происходит такая, для того, чтобы зрители нас поняли. Для того, чтобы сделать новое лекарство, это занимает 10-15 лет, средний бюджет на данный момент 2 миллиарда долларов. Причем каждые 9 лет эта цифра умножается на 2. То есть сейчас нас уже не удивить, там есть там вертексы определенные там препараты, сейчас недавно FDA было произведено как бы лицензирование, и разработка его стоила там 4,7 миллиарда долларов. То есть это огромнейшие деньги, это огромнейший период. Если мы говорим о средствах защиты растений, здесь... Смотрите, вот в этих деньгах, эти цифры обычно называют, они очень сильно пугают нас невероятными размерами, которые не под силу нашим бюджетам. Не то, что страны, так сказать, да, это же компании, страны даже. Но вот в этой сумме закладывается это исследование или очень большая часть на раскрутку? Это сумма исключительно на исследование. То есть, если мы будем смотреть, если у кого-то из зрителей будет интересовать информация, я думаю, я могу оставить свои координаты и выслать определенные или вывесить на определенных сайтах маркетинговые исследования, не только маркетинговые. Ну, ваша фамилия будет титроваться, поэтому на вас найдут. Серьезные исследования, которые вот есть очень хорошая статья в Nature, в которой указывается статистика о том, сколько стоит разработка лекарственного препарата, и что каждые 9 лет она увеличивается, это исключительно на исследовательскую фазу. То есть она состоит из двух частей, это Discovery and Development, если мы говорим приблизительно Discovery, это до First time and man, до начала клиники на человеке, это приблизительно занимает 600 миллионов долларов. Нахождение той конкретной молекулы, которую рядом... Кандидата, да. Угу. Компания никогда не начинает эту фазу с одного какого-то вещества. Она все-таки несколько веществ начинает испытывать, потому что на английском звучит это attrition rate, то есть те соединения, которые не проходят. Ну, в начале 2000-х годов 94% кандидатов, которые начинали с клиники на человеке, не доходили до непосредственно аптеки. То есть сейчас огромная проблема называется from rodent to human, когда непосредственно на крысе, на мыши оно работает. А когда мы Но на человеке может не работать. Может не работать. Вот это уже примерно воспринимается всеми. Да, это огромнейшая проблема. Сейчас все пытаются решить эту проблему. И в Украине вот сейчас есть ряд молодых компаний, которые хотят непосредственно войти в этот рынок для решения проблемы from rodent to human. И вот эти 600 миллионов мы потратили, а дальше начинается
занимается клиника на человеке. Клиника на человеке – это очень трудозатратное, очень трудоемкое исследование. И тут же начинается, когда мы начинаем клинику на человеке, должен стоять уже непосредственно, во всяком случае, модель или пилотный завод, по которому будет производиться эта фармсубстанция. Mm-hmm. Как только начинается клиника на человеке, мы должны понимать метод, как эта субстанция будет произведена. И, соответственно, по этому методу ее необходимо производить, чтобы мы могли контролировать примеси в этой субстанции и знали токсикологию всех примесей и так далее, и так далее. То есть, но сейчас только... и субстанция любая производится только по требованиям GMP. Конечно. Да, это уже известно. Ну, скажем так. У нас так, вот в Академии наук завод химреактив, который входит в состав на НТК, институт монокристаллов, как раз это единственный отдельный завод, который занимается только субстанциями для фармпрепаратов, поэтому все эти требования GMP, это очень... к сожалению, известные. И проверки, конечно, да, да, которые идут постоянные, в том числе иностранных представителей, которые импортируют лекарственный готовый препарат, куда входит наша субстанция. Это действительно, вот, поверьте, это очень непросто, как написано на бумаге, бумага терпит все, а выполнить все эти требования, это действительно адский человеческий труд, потому что все-таки это контроль, контроль, контроль и еще раз контроль. И, соответственно, вот эта цепочка вся, которая от академической лаборатории идеи до непосредственно аптеки, вот она действительно 10-15 лет, в среднем 2 миллиарда долларов. То есть сюда не входит непосредственно бюджет по маркетингу этого препарата. Мы говорим исключительно об исследовательской фазе, которая разработки кандидата, и непосредственно уже испытания для прохождения четвертой фазы. То есть ваша работа заключается в том, чтобы помочь тем иностранным компаниям, вашими знаниями, у которых есть такие бюджеты, достичь большего успеха, соответственно, за вознаграждение в виде контрактов, договоров, да, и так далее. Ну, то есть, как большинство мы все работаем, да, да, именно так. Естественно. То есть наша роль основная, мы не делаем лекарства. Естественно, после озвучивания этих цифр, если мы будем говорить об агрохимии, это тех же 10 лет и приблизительно 600-800 миллионов долларов новое средство защиты растений. И там тоже необходимы многие вот таких проверок на, конечно, на, ну, самое простое, на токсичность, потом начинается тоже типа клинических испытаний. Полевые называются, да, полевые испытания. Испытания. Да. Там совершенно другой подход, но исследовательская фаза абсолютно одинаковая. На самом деле принципы, по которым работают медицинские химики и химики, которые агрохимики, в исследовательской фазе Discovery абсолютно одинаковые. Если мы хотим вылечить человека, мы должны какой-то селективный процесс, о котором мы знаем, мы должны его либо интенсифицировать в организме, либо купировать, либо приостановить. То есть мы должны найти какой-то таргет и с этим таргетом работать. Mm-hmm. Если мы хотим непосредственно убить сорняк, но не убить пшеницу, мы должны найти точно так же белок, который есть в сорняке, но которого нет в пшенице, убить этот белок. Да. В сорняке, соответственно, растение. В растении. Принципы абсолютно одинаковые, то есть здесь агрохимические компании, исследовательская фаза у них очень похожа на медицинскую химию, но начиная к тому, когда уже у них доходит кандидат, который может стать уже непосредственно агрохимическим средством, начинается фаза полевых испытаний. Точно так же. Понятно. Мы сейчас говорим о некоторых общих вещах, да, общих подходах, вот, где вы принимаете участие, вы видите эти процессы, видите эти рынки. Но все-таки, наверное, всем хотелось бы знать, если это, скажем, многие контракты, которые вы заключаете с иностранными компаниями, они имеют обязательно некий гриф неразглашения, конечно, чем вы занимаетесь. Конечно. Это, даже с нашими компаниями у нас, конечно, ни один постдоговор, да, не раскрывается. Но вот о чем можно сказать? Каким, по крайней мере, на каких направлениях мы содействовали успеху появления либо перспективным, давайте скажем так, кандидатом на новые лекарственные препараты, либо перспективным веществам, которые будут применяться вот уже в ближайшие годы как новые, более безопасные средства защиты растений. Естественно, это исследовательская фаза. Мы только в последнее время начинаем немножечко входить в рынок, который
процессом девелопмента, то есть разработки протоколов. Это касается химиков, да. Киевского университета, Института органической химии. Киевского университета, Института органической химии. И компании, когда Харьковского университета. Компании, с которыми мы работаем. Естественно, в Украине оригинальный препарат разработать, ну, давайте сравним просто с бюджетом страны, это просто нереально, к сожалению, на данный момент. Да. Поэтому непосредственно в Украине есть компании, я могу даже назвать, я официально представляю ряд компаний, я их Center Scientific Advisor. Это абсолютно корректно. Да, пожалуйста. Это компания Inmin, да, это компания Укрсинтез, да. Которая работает, это партнерские компании. Я также... Они, кстати, активное участие принимали, извините, что я должен перебивать, государственные научно-технические программы по созданию новых лекарственных препаратов, которые так бессовестно была Установлена в 2014 году, но она давала огромные успехи. И как раз вот эта компания вместе с вашими химиками университета и химиками академии достигла очень хороших результатов. Не только по активным соединениям, но и иммунобиологии, там многие очень вещи, по созданию там тест-систем, по созданию предпосылок создания вакцин новых. Было очень болезненно. Хорошие были планы, болезненный был момент. Да. Скажем так, все знают о том, что существует рынок IT-аутсорсинга. В любом мире науки существует рынок научного аутсорсинга. И эти компании, которые есть, например, в отличие от других компаний, которые я консультирую, последний год я консультирую биофарму и всех остальных, это уже все. Это наша уже Белая Церковь, да. Скажем так, и самый высокий уровень технологичности и хай-тека именно вот в Inmin в Укрсинтезе. Почему? Потому что эти компании, они предоставляют фармацевтический аутсорсинг, то есть они выполняют исследования за деньги. Если мы посмотрим на этот рынок, я думаю, многим будет интересно. На сегодняшний момент все-таки исторически Inmin и Укрсинтез — это химически ориентированная компания, то есть это химический аутсорсинг. У нас есть небольшая компания Биента, ну как, уже 80 человек. Но с биологами у нас огромнейшая проблема в стране, просто со специалистами. Вот интересный момент. Вот смотрите, то, что сейчас вы называете, для многих неожиданность. То есть активная, успешная работа наших ученых вместе с компаниями, которые зарабатывают деньги, работают на внешние рынки и в итоге на мировую вот такую химию, связанную с человеком. Но с другой стороны, казалось бы, если это настолько успешное направление, то почему вот вы говорите, что есть проблема с кадрами? Проблема с молодыми учеными, которые выезжают, ну и зрелыми учеными, либо с недостатком подготовки кадров в наших университетах? К сожалению, пусть мои коллеги не обижаются на меня, у нас существует огромная проблема, непонятно, откуда она появилась, где была курица, где было яйцо, с подготовкой кадров в университете. Если еще химическая отрасль, из-за того, что Inmin активно сотрудничает практически со всеми институтами химически ориентированными, с органической химией, с суперорганической химией, с институтом монокристаллов, есть группы, которые сотрудничают. Ну, с химическим отделением нашим. По сути, это химический институт полноценный. С Харьковским университетом, Киевским университетом, Киевским политехническим институтом. И здесь у нас многие студенты начинают стажироваться с самых молодых курсов, причем если это студенты ИВТ, то они... ИВТ, Института высоких технологий Киевского национального университета. Да, то они с первого курса проходят практические работы, практикумы на территории компании. И, соответственно, здесь получается... То есть они учатся, одновременно работают. И одновременно работают. Это то, что теперь модно называть дуальным образованием. Абсолютно. Ну, дуальное образование, скажем так, по бумагам его можно по-разному оформлять. Есть де-юре, есть де-факт. Но де-факто это есть непосредственно дуальное образование. Потому что... Ну, а как мы работали раньше? Мы называли дуальное. Я как физик-теоретик, я уже с первого курса я уже со своим учителем общался все время. На третьем, четвертом курсе мы писали уже работы. Мы ходили также в ХФТИ, как на факультет, привыкая ко всей этой обстановке. Естественно. И получается,
В чем особенная проблема? Если посмотреть на развитие науки в целом, давайте вспомним, что было 20 лет назад, сколько стоил мобильный телефон, сколько весил мобильный телефон, сколько стоил компьютер, какая была память. Сейчас, соответственно, современные айфоны творят чудеса, современные ноутбуки творят чудеса по сравнению с теми, что... Вы хотите аналогию принести, современные химические исследования творят чудеса по сравнению... Да. То есть скорость. Скорость изменения, то есть особенно в биологии, это самая болезненная сейчас наука, потому что для Украины, для нахождения специалистов, потому что оборудование очень дорогое, подходы меняются раз в 5 лет, происходит смена парадигмы, методологии научного познания, и, соответственно... То есть проблема в том, что мы не обеспечиваем нужной базой приборов оборудования, да? Из-за этого мы не можем успевать за подготовкой кадров. Абсолютно верно. А если подготовили кадры, то они на расхват в мире, их трудно удержать. Абсолютно верно. И с химией то же самое. Раз в 10 лет в химии тоже происходит просто переворот. Ну, если говорить концептуально с подходом методологии. Чуть-чуть медленнее, чем в биологии, все то же самое. А, к сожалению, научно-техническая база высших научных заведений в Украине застряла, ну, по хорошему случаю, в конце 80-х. Ну, я знаю то, что вот на примере близкой организации НТК «Институт монокристаллов», то есть химики университета Харьковского с удовольствием работают на нашем оборудовании, которое тоже мы сами уже закупаем, исходя из всех только возможностей, которые есть в нашем комплексе, в котором три академических института и два предприятия. Поэтому это как бы общее дело наше. Естественно, это огромная проблема, и эта проблема есть краеугольная нехватки специалистов. Но работа есть, самое главное. Да, работа есть. Вот это важно. Работа есть, смотрите, причем работа, этот научный аутсорсинг, я бы сказал, в принципе, что во всех отраслях науки мы можем найти научный аутсорсинг. Угу. Большие компании, большие, которые выходят на то, чтобы выпускать нечто для энд-юзера, для непосредственно пользователя, они занимаются исключительно последними стадиями разработки. Самыми секретными, самыми топовыми, которые нельзя нигде, где самая чувствительная как бы интеллектуальная собственность. Все остальные вещи им проще у кого-то заказать или купить. Ну, видимо, да. Так работают теперь все компании, которые работают на готовый продукт. Да. Вместо того, чтобы начинать делать все абсолютные элементы, лучше находить тот, кто будет комплектовать тебя. И ты больше будешь зарабатывать, делая готовый уже продукт. Гораздо. Конечно. Ну давайте можем аналогию очень простую. Если с миром моды мы будем проводить аналогию. Ну академическая. Да. Сколько стоит бренд Louis Vuitton и сколько стоит материал, из которого пошито, да? Естественно, это с одной стороны, но с другой стороны мы понимаем, что я бы сравнивал так. Вот есть академическая наука, есть индустрия. Академическая наука производит нечто как от кутюр. То есть это что-то новое, красивое, яркое, необычное. А непосредственно индустрия, она хочет масс-маркет, им нужно что-то очень надежное, железобетонное. Соответственно, между двумя этими мирами поселились контрактные исследовательские организации, которые тут кутюр, тут предопротек. И вот они ищут эти связи, да, для взаимодействия. Тогда соединяется эта наука с этой индустрией. И в современной ни одной из разработок, которые, ну, если мы исключим из этого цикла секретные военные разработки, хотя, я думаю, есть и закрытые секретные военные контрактные исследовательские организации в тех же цивилизованных развитых странах, то во всех отраслях индустрии... Но мы не говорим про химическое оружие, оно запрещено. Да, мы не говорим просто, то есть непосредственно... Нет, есть, конечно, закрытые вещи, которые служат как создание каких-то материалов для оборонки. Да, это закрыто. А все, что касательно открытого, все пользуются услугами контрактных исследовательских организаций. Они являются этим буфером. Вот интересный факт. Знаете, в науке иногда существует ревность коллег. А вот когда к нам обратились наши, как мы сказали, наши зрители, что мы поговорили на тему химии, многие ваши коллеги, может быть, даже более заслуженные по регалиям, да, рекомендовали, и не один человек, чтобы именно с вами провести такую беседу, видимо, видя вашу и активность, и работу, и международное признание. И вот, учитывая это, наверное, у вас уже сформировался понимание ландшафта химической науки в Украине именно вот в этих
направлениях, о которых мы говорим, близких к науке о жизни, то есть и лекарственным препаратам, средства защиты растений. Вот как вы можете оценить, какие команды у нас сильные, которые действительно работают на серьезном уровне? Имеет перспективу. Команд таких у нас достаточно много в стране. Как это, к сожалению, это не в имя, а вопреки, каждая из этих команд ищет финансирование по-своему. И это очень легко определить, чтобы зрители понимали, есть международные наукометрические базы данных. Ну да. Scopus Web of Science. И, соответственно, что написано пером, то не вырубишь топором. Естественно, из таких, если вдруг кого-то я забуду, потому что их много, не обижайтесь, потому что это можно рассказывать не одну передачу о различных группах, которые успешно работают. Киевский национальный университет, моя альма-матер, химический факультет, кафедра органической химии, это действительно химия гетероциклических соединений. Огромное количество лекарств содержат, это практически все фрагменты гетероциклов, это старая, очень сильная школа, которая привносит очень много до сих пор интересных новых реакций, новых превращений. Еще раз говорю, никто из этих групп не делает лекарственные препараты, они создают инструменты для создания лекарственных препаратов. То есть они создают новое химическое пространство, из которого фармацевтические компании скринируют это химическое пространство, находят изначальные кандидатов, точки. Хит, потом лид, структура, стартовые точки для исследований, какие-то зацепки, как можно это сделать. А ответвлением этой химии, которая в Киевском национальном университете на химфаке, это потом, соответственно, и развитие, часть этой химии получила уже на кафедре супрамолекулярной химии, которая долгое время возглавлял Игорь Владимирович Комаров. Это химия конформационного затруднения, это один из приемов медицинской химии, химии полипептидов, пептидомиметиков. Сейчас, например, выигран очередной проект программы «Горизонт-2020» ЛАЙС, в котором... Инновационный или такой исследовательский? RISE, где непосредственно будет исследование производиться фотопереключаемых пептидов. Представитель этой школы, ученик Игоря Владимировича Комарова, Павел Михайлюк, выиграл от Яномина проект ERC, первый из Украины, исследовательский проект. Непосредственно эта школа... Где как самостоятельная группа выходит, да, а не так в привязке к кому-то, да? Нет, самостоятельная группа, но от Яномина, естественно, это было сделано, потому что у Яномина есть производственные мощности, которые могут это сделать. Мы с Комаровым участвовали еще в проекте ITN вместе с Копенгагеном, где непосредственно... Сейчас вы говорите о мощной вашей группе и направлении, которое... Это не совсем мощная, да, не совсем моя группа, потому что я работаю Группе имею в виду киевской, да, сейчас? Киевской группе, да. Институт органической химии, естественно. Огромное количество направлений. Во-первых, красители, которые... Я просто иду по делам сверху вниз. Я думаю, чтобы не очень только затягивая, как-то более укрупненно. Химия элемент органических соединений. Фтор-фосфор уникальная. В мире одни из самых этих. Химия красителей, которая нужна для диагностических целей. Да, диагностику мы все на красителях. Химия супрамолекулярных соединений. Все-таки огромное количество различных исследований. Да, это как нанотехнологии, супрамолекулярные соединения. Это. Институт биоорганической химии. Валерий Павлович Кухарь, к сожалению, его с нами нет. Да, это мой близкий друг был, да. Тоже практически все направления химии, в том числе гетероциклы, природное соединение, химия фтора огромная. В Харькове прекраснейшая школа Валерия Дмитриевича Орлова, химия гетероциклов, которая развивалась очень долго на химфаке и у вас в институте, где сейчас Валентин Чебанов, должен быть скоро новоиспеченный доктор наук, я надеюсь, Горбец, который, я знаю, что он готовится к защите докторской диссертации. Та же школа Виктория Викторовна Липсон, они занимаются все-таки полуприродными соединениями, модификацией природных соединений, в основном бетулина, стероидов и так далее, для различных целей. Очень мощная школа во Львове. Опять же, вокруг там недавно конференция была. Вокруг гетероциклов, Абушак, молодой доктор, возглавляет эту школу сейчас, Назарий Пахадыла, молодой доктор, но продолжает это дело. Там свои определенные реакции, клик-реакции, которые делают. И опять же, все... Клик, понятно, о чем речь, но не совсем, конечно.
реакции, которые проходят очень быстро, и они очень важны для медицинской химии. Но все эти направления химии, они как бы сводятся к тому, что они расширяют возможное доступное химическое пространство. И непосредственно, чем больше у нас реально физически существующего пространства, все-таки аполитично, но Маркс был прав, материя первичней. Все-таки, сколько бы мы ни могли умозрительно говорить о том, какая молекула проявит какие свойства, пока мы не сделаем эту молекулу, не испытаем свойства этой молекулы, мы ничего об этом не знаем. Да, современные технологии компьютерные помогают нам упростить поиск. То есть уменьшить количество переборов. И... Ну да, это уже давно это наблюдается, но все равно это не является панацеей для поиска. Абсолютно, пока не синтезировал. Не синтезируешь, проверил. Практически и не посмотрел. Соответственно, да, нужно мерить. Одесская Скажите, школа. А что вот такого реального за последнее время? Хорошо, вот медицина, лекарственные препараты, это, конечно, очень сложный момент. Мы можем говорить только... о наших инновационных препаратах, очень далекого времени найденные у нас, которые сейчас находятся в промышленности. Да? Ну, вот многие препараты, которые, скажем, на базе вот, интерхим производят, в Одессе вещи. Тот знаменитый тиатриазолин, вот недавно, который сейчас, кстати, мы предлагаем Министерству здравоохранения, и я разговаривал с первым заместителем министра, чтобы тиатриазолин хорошо себя показал уже в некоторых странах, не только для лечения постковидного синдрома, но и для уже в протоколы лечения входит, чтобы было. Но это тоже разработка очень давних времен. Ну, сейчас мы уже по GMP делаем субстанции, все готовые формы. И новые применения находятся тиатриазолину. Сейчас еще один препарат проходит Державный экспертный центр как кандидат на регистрацию в нашей ДШЛ-службе. А вот какие... Ну, в агросекторе, какие вот такие разработки наши уже практически сейчас появлялись, чтобы не только мы работали на кого-то. Вот мне, вот моя команда, мне, в общем, она последние несколько лет достигла определенного успеха в создании нанопрепаратов для сохранения вот, хранилищ яблок. Там, это десятки тысяч тонн уже на хранение. С помощью этого препарата значит, закладываются и имеют очень хороший довесный успех. Вот. Но это так, практическая работа, даже название уже есть этого. Выпускается этот уже препарат. Конкуренты, безусловно, у него есть. Там, конечно, корейские. Да, китайские, конечно, корейские, в первую китайские. Очередь, да. А что вот такое вы можете назвать именно, что у нас уже готовое есть промышленность? Ну, скажем, там вот биофарму назвали. Есть ли что-то уже результатом вашей деятельности там, или других компаниях? Вы знаете, к сожалению, пока нет. Те препараты, которые вы называли, даже там возьмем ту же Ливанну, которая непосредственно Ливана, да, недавно блестящий, была внедрена непосредственно блестящий препарат, да. В интерхиме, да. Который разрабатывался на базе института имени Богатского. Да. Если мы посмотрим, когда начинался этот процесс. 50-е годы? Ну, скажем так, фактически, если мы посчитаем с 50-х годов бюджет от начала до внедрения Ливанны, я думаю, мы получим те же самые цифры. Просто изначально их было немножко меньше. Ну, в советское время... И Советский Союз был богаче. Были деньги отдельные, там свой был счет, своя единица, но эквивалент имела, может быть, те масштабы единицы. То, что произошло от советского прошлого, оказалось... на удачу в некоторых командах, которые, так сказать, в наследие перешло, те достигали успеха, конечно. К сожалению, новые какие-то абсолютно инновационные вещи, ну, трудно назвать, потому что у нас очень трудно непосредственно достигать даже стадии, скажем так, доклинических испытаний на животных. Mm-hmm. Это очень дорого, если мы непосредственно хотим даже померить ЛД-50, согласно новым современным стандартам, то одна точка хотя бы ЛД-50 где-то будет стоить 35 тысяч евро. То есть таких бюджетов нету.
Ну, это не совсем понятно, думаю, всем. Одна да, ну, точка... скажем так, определенное, хоть одно очень важное измерение, которых нужно произвести тысячи, угу. на животных, это очень плохо. И действительно, те команды, которые еще имели какой-то определенный запас Советского Союза, вот Ливанна прекрасный препарат, да. Он причем не один, там целая серия была разработана из этой группы, которая исходила. Вот они... Причем моделируют, естественно, фазу сна. Тиатриазолин тоже начинался давно, на самом деле, эти все препараты. Да, и, к сожалению, если не будет серьезной государственной программы, то в ближайшее время поддержки, инвестиционной поддержки, трансфера технологий оттуда, как говорится, из Запада, то те остатки, которые были от Советского Союза, они фактически уже доедены. Доедены. И только одна перспектива генерики, что-нибудь такое. Да, генерики, либо непосредственно идти по пути действительно как бы научного аутсорсинга. Я могу привести пример. Но аутсорсинг это по сути как бы аналог сырьевой экономики. Это да, нет. Все, нет, я понимаю, все равно это наукоемкая услуга, но основные прибыли все равно, это знает Дельта, она получается у того, кто это заказал. Поэтому это как бы составляющая, вот, это не сырье, это не сырьевая экономика такая примитивная, но что-то вот напоминающее эту схему. Когда кто-то делает готовый товар, мы экспортируем, скажем, там одна из стран самых больших в мире, который экспортирует зерно, но что мы имеем от этого зерна, кроме собственников этих агрохолдингов? Ничего. По большому счету. Да, у себя нормально макароны не научились делать. И нормального развития и тех же средств защиты растений, все, что пользуется все импортными препаратами и по сути... Смотрите, тут более глобальная проблема. Я приведу пример японской, китайской компании Вуши. Она была организована в 2000 году в Китае. И, в принципе, в какой-то момент даже Инамин мог с ней соперничать. Я приведу просто сейчас определенный один факт. Количество синтетических органических химиков на Инамине под 800, а у Вуши только в шанхайском сайте 12 тысяч. Соответственно, эта компания росла и работала на рынке научного аутсорсинга, и она с каждым годом запускала новый аутсорсинговый продукт. Вуши, биологисты и так далее, и так далее. На сегодняшний момент это компания, которая фактически достроила замкнутый цикл разработки лекарственного препарата. К сожалению, есть два пути. У нас в Украине нет инфраструктуры исследований. Мы должны это понять и принять. Мы принять должны, мне кажется, главную вещь. Никакая инициатива индивидуальная, ни одного университета, ни одного института, даже больших наших, по нашим меркам, больших, богатых фармацевтических компаний, она не будет результативна, если не будет первого инвестиционного внеску со стороны государства. И тогда, нанизывая вот эти инициативы, можно что-то создавать. Именно вот это должна быть стратегической задачей для страны, иначе она не будет научной страной. Здесь два пути, либо непосредственно государство должно дать толчок, инвестиционную иглу. Но инвестиционная игла, здесь смотрите, можно самим создавать и что-то придумывать очень долго. С другой стороны, работая на рынке научного аутсорсинга, мы имеем возможность, вот то, что говорилось, я не могу много чего рассказывать, что мы делали, для кого мы делали и как мы делали. Ну, это понятно. Но зато, работая с такими гигантами, мы понимаем, как это нужно делать. Вот как делается, вот это тоже, это отдельное понимание, но многого очень стоит. Очень многого стоит. Слушай, меня иногда, откровенно скажу, вот иногда даже удивляет, и в глубине души возмущает, хотя это близкие коллеги, я не должен, так сказать, как-то их обижать. Вот бывают доклады, вот мы создаем лекарственный препарат. Я возмущен, говорю, вы создаете только некое вещество, которое может претендовать как кандидат в будущее, как биологически активное вещество на лекарственный препарат. И чтобы дойти до этой цепочки, это вам нужно много лет, много этапов и так далее. И, к большому сожалению, даже понимания этого очень часто нет. Но да, это очень такой опасный момент, который говорит в каком-то смысле даже о таком, знаете, научном провинционализме. Да. То есть кто не работает по-настоящему с иностранными компаниями на международных стандартах? К сожалению. И, во-первых, эта работа на рынке аутсорсинга, она позволяет растить специалистов, которые понимают.
Это первое. Это, как говорил в свое время, сравнение было между классической и квантовой механикой, что когда классическая мы сидим в театре и наблюдаем, что происходит, а когда квантовая механика с точки зрения соотношения неопределенности Гейзенберга, мы сидим в театре за закрытой ширмой для того, чтобы понять, что там происходит. Аналогия такая хорошая, довольно абстрактная, правда. Да, можно, нужно поучаствовать в этом. Это первое. Второе, что это инвестиционный климат. На самом деле можно 10-20 лет строить правильные вивариумы, строить GMP-заводы, гибкие производства. Здесь нужен трансфер технологий. У большинства компаний больших, даже, например, возьмем гиганта AstraZeneca, который разработал вакцину, которая была нашумевшей. Да, которая мы немножко обожглись на ней, откровенно. У нас есть небольшой непосредственно, у них, я имею в виду в AstraZeneca, с Оксфордом была пилотная площадка. И даже у такого гиганта, как у AstraZeneca, не хватало производственных мощностей. Поэтому они аутсорсили мощности в Бельгии, в Индии, в Серуме, в Южной Корее. Да, да, индийская AstraZeneca, вот у нас Ковишин, говорили Кев, да. Скажите, вот хорошо, мы, да, вот вы ответили по сути на этот вопрос, на общую картину, на самом деле, как правильно оценивать наши активности вот в сфере биологически активных веществ и потенциальных препаратов. Но вот больше всего, наверное, весь фармацевтический мир, биотехнологии, иммунобиологию подтолкнуло ковид очень сильно. Он просто по разным причинам, в том числе и по политическим, психологическим, очень сильно подействовал на население Земли, тех, кто сегодня находится у руля фармкомпаний, научных институтов. Вот в этом направлении, да, вот мы тоже, это не совсем тема нашей беседы, но я помню, мы выходили с первыми тест-системами для ПЦР-анализа, иммуноферментного анализа. Потом было, находили антиген, хороший кандидат на вакцину, который потом начали все на всех ток-шоу ругать и, так сказать, чуть ли не топтаться на этом. Хотя это и было несправедливо, в общем-то, по большому счету. В направлении, но с другой стороны, мы понимаем, что нужны препараты, антивирусные препараты должны быть, которые должны убивать этот вирус, как вот есть аналоги, там, Амизон, там, еще, ну, разные, я не буду тоже, вот, так сказать, рекламировать разные препараты, кому что нравится. У нас есть возможности принять участие в создании антивирусных препаратов не только для будущих мутаций ковида, а для других возможных вирусных инфекций. Я хочу сказать, что, опять же, у университетов и академических заведений шансов мало. Объясню почему. Потому что, когда создаются такие вещи с академической точки зрения, если такие вещи создают индустриальные компании, гиганты, Big Pharma, она просто покупает сервисы и полностью закрывает интеллектуальную собственность. Но есть непосредственно программы и проекты. Ковид открыл огромный ящик Пандоры, вообще мировой, как, практически как война. То есть войны и эпидемии всегда были, как это ни парадоксально, двигателями научно-технического прогресса. То есть уже человечеству отступать некуда, нужно бороться. Есть инициативы, которые международные консорциумы, то в случае международных консорциумов они хотят в виде партнеров видеть хорошо оснащенных и так далее, и так далее, и так далее. Енамин участвует в двух международных проектах, реальных, по разработке противовирусных препаратов, представляет свою химическую экспертизу в этом деле. Вот недавно мы встречались с представителями Гарвардского университета, они разработали уникальную систему виртуального там скрининга и докинга, которая позволяет миллиард соединений докировать. Енамин это уникальная фирма по скринингу, единственный мирового класса. Единственный в мире, вообще в мире единственная компания, которая может гарантированно синтезировать с молекулы с очень высокой feasibility, вероятностью 82% из миллиардных баз данных. То есть мы, можно считать, являемся в этом полноценными участниками мировых разработок антивирусных препаратов. И вот за это нужно держаться, должны все понимать, что мы не просто подносчики снарядов на аутсорсинге. Мы активные участники разработки благодаря таким современным компаниям, которые на базе нашей отечественной науки и созданы были, и развиваются благодаря... Фулл бенефициар. Да. Я могу сказать, что это стало возможным исключительно после подписания
ассоциации с Европейским Союзом. До вот так этого, даже, до этого дела, если мы зайдем... А как это подтолкнуло? Потому что всегда ругают ассоциацию, зону свободной торговли, понятно. Ассоциацию не ругают политическую часть, потому что мы хотим быть развитой правовой страной, с развитой демократией, это все понятно. Директивы Европейского Союза – это сложная вещь. Сложная вещь, которые, опять-таки, без помощи государства очень сложно достигать норм, стандартов. Но в различных отраслях промышленности. Очень просто. До подписания ассоциации в мировых грантовых системах, таких как «Горизонт 2020». Мы полноценные участники, да? До не были, а сейчас мы полноценные участники. До этого мы могли быть, там, тот же компания «Яномин», она могла быть только субподрядчиком. То есть, соответственно, могло быть американское подразделение. Или но это очень важно, чтобы вы все поняли, да, что... Вот это принципиальный момент, и на данный момент Яномин, опять же, что дало возможность быть в этих проектах, которых я говорю, по фото. Вы уже некоторые назвали, да. Да, это мы полноценные бенефициары, это принципиальная возможность. По результатам работы «Горизонт», то есть результаты принадлежат вам на равных правах с любыми участниками за границей. Абсолютно это верно. Очень важно. Абсолютно верно. Да, это замечательно, что вы об этом сказали. Скажите вот такую вещь еще одну. Я столкнулся со следующим. Если с вами вступает, вы мощный коллектив, вы имеете блестящую уникальную разработку, которая потенциально может претендовать уже на авторство в будущем, настоящем лекарственном препарате для лечения актуальной болезни, то тут же фармкомпания, несмотря на то, что вами почти все сделано, начинает ставить вопрос, что дальше мы продолжаем с вами работать только таким образом. Сколько стоит ваша интеллектуальная собственность? Давайте мы условно вот оформим даже отечественный патент, оформим покупку его. Дальше наше дело, вы ни на что не претендуете. Вот в разработках, скажем, может быть, вы там не включены в эти коммерческие переговоры, а то, что вы создаете сейчас антивирусные препараты, так вопрос ставят другие компании? Я скажу, тут еще мы на только два просто или еще три не года время играемся, ставить, еще не вопрос, ставить, да. Хотя у меня есть такой опыт определенный. Я не буду называть компании, как мы говорили, причем я хочу сказать, что были очень хорошие разработки до ассоциации с Евросоюзом, с группой Кришталя, совместный институт органической химии, Кришталь, специалисты Яномина работали, были хорошие вещи. И действительно, мы сейчас, может, реанимируем различные другие переговоры, именно так ребром и ставился вопрос. Я объясню почему. Потому что на самом деле Украина вроде бы и поддерживает все международные правила интеллектуальной собственности, как бы де юра, а де-факто нет. И именно неподдержание многих стандартов прав и приводит к тому, что просто с Украиной не хотят иметь дело. Я объясню почему. Об этом никто не пишет, это аполитично. Но вот Индия, которая является уже во многих лекарствах полноправным, да, маленькая часть, но есть компании в Индии, которые очень джубилянтом, я могу называть их, которые были такими же аутсорсинговыми компаниями, но потом до определенного момента доросли, которые уже имеют определенную маленькую толику в большом препарате. В Америке это вообще абсолютно. А что мешает? Вот скажите, все время вопрос об интеллектуальной собственности все время поднимается. Более того, даже поднимают его ведущие экономисты, которые сейчас рассматривают культуру нации как условие экономического роста и как фактор соблюдения права интеллектуальной собственности. Скажем, вот наша вот восточнославянская, скажем, территория, мы как-то получается, что не очень блюдем эти права интеллектуальной собственности. Это входит в основу традиционной культуры. Ясно, что мы преобразовываемся за поколение, и говорят там на 40 лет, как Иисус Христос водил, мы поменялись и стали европейцами в этом плане. Но вот все-таки почему у других все-таки получается работать, а у нас вот постоянно есть причина и проблема. Я процитирую одного человека, Данкан Джада, это мой коллега, он был главой кем-аутсорсинга очень огромной компании GlaxoSmithKline.
Он ушел на пенсию, поэтому мы можем с ним свободно сейчас разговаривать, сотрудничать, писать совместные публикации. Мы пишем критические обзоры, научные критические обзоры с ним, тесно сотрудничаем. Он когда работал еще главой кем-аутсорсинга и когда приезжал на аудиты компаний различных, я помню его еще, Дан Канджат, великий человек, в ЛАКС. Он всегда говорил, что я должен зайти в какое-то помещение, поговорить с людьми, у меня должен остаться филинг. Что у меня чувство должно быть, что все хорошо. Если у меня есть филинг, я буду работать. Если я захожу в лабораторию, где-то посмотрел, у меня нету филинга, все. Социальная психология, да. Я не буду работать. Огромнейший выбор у меня, вот мир весь этим, я должен зайти, должно быть... Слава Богу, в то время далеко это, я был еще когда директором химии Инамина до 2010 года, удалось создать фильм. Тогда. Сложились отношения. Сложились отношения. И уверенность в правах на интеллектуальную собственность, соответственно, сложилась. Тоже сложились, мы начали каким-то образом работать. Это все-таки относится к некой категории все-таки ценности, да, и в каком-то элементе культуры. Хорошо. Индия, например, 2000 год, признала мировое сообщество, призналась эта статья, такой здесь журнал, научный журнал Drug Discovery Today, который, и там научная публикация, но они, кроме научных публикаций, очень огромное количество аналитического материала, то есть научного аналитического материала. Я помню хорошо эту статью, там начало 2000-х, когда они признали, что вот с Индией, действительно, Индия их убедила, что у них все хорошо. Поэтому там мы до сих пор не убедили, к большому сожалению. Не убедили. Да. Я помню, да, хорошо наши истории с программным соблюдением прав с Microsoft. Мои встречи даже была личная с Биллом Гейтсом, чтобы обсуждать эти проблемы. Так они хорошо, смотрите, у нас, к большому сожалению, такая немножко такая бурная была беседа, но в ней была. Главная нить, мне кажется, что мы можем уже примерно немножко оценить, о чем же мы все-таки поговорили, какие выводы, какие должны сложиться впечатления у тех, кто посмотрит нашу с вами беседу. Что у нас мощная химическая школа. Мы блестяще можем работать в области создания новых лекарственных препаратов в своей части, на аутсорсинге. Также мы можем работать и в области агрохимии очень интенсивно. Причем у нас существуют реальные партнерские отношения с многими компаниями, как украинскими, так и большими, крупными, международными, в которых мы являемся очень важными участниками и, по сути, создателями новых активных соединений. И у нас с вами главные существуют проблемы. Первая проблема – это нет понимания общегосударственного, что сегодня химия, биология, опять-таки вспомним про ковид, является, наверное, самыми сегодня динамично развивающимися отраслями, что нужно обязательно создавать государственную программу как минимум по созданию новых лекарственных препаратов для сферы здравоохранения и для агропромышленного комплекса, это очень близкие вещи для животноводства, да? Лекарственные препараты, ТС-системы, и вакцины и так далее. И, безусловно, должны быть очень крупные государственные инвестиции, чтобы мы не просто не потеряли, чтобы не просто двинулись вперед динамично в самых перспективных направлениях, но чтобы мы не потеряли то достигнутое, что есть сегодня. Потому что частых финансов, которые есть в компании, никогда не хватит, если не будет государственной политики. И, безусловно, нужна реанимация государственной программы по созданию, научно-технической программы по созданию новых лекарственных препаратов, которая, к сожалению, вспомним еще раз. Да, в 2014 году закончилась. И концепция, которая, кстати, с нашими же коллегами подготовлена, но, к сожалению, она пока еще пылится в предыдущем Министерстве здравоохранения, предыдущего министра с новым. Новому еще не давали ее. У меня на этот счет такое своеобразное мнение, опять пусть коллеги не обижаются. Если мы хотим, чтобы в Украине появился инновационный препарат, если мы сейчас начнем, может через 15-20 лет он и появится. Если мы не начнем, то он не появится. Сейчас закладывается, сегодня, самое главное, закладывается то, что будет через 15-20 лет. У нас многие люди не понимают, что цикл
разработки отечественных лекарственных препаратов – это проблема безопасности нации. Безусловно. Не по одной простой причине, не менее чем вооружение, по одной простой причине. Давайте себе представим такую ситуацию. Вас блокировали от каких-то лекарственных препаратов. Все. И все, эпидемия, пандемия, и COVID не надо никакой войны. Показал. Показал, да. Яркий показал. Пример у нас морфий был постоперационный, в основном доставлялся из России, который в Харькове на фирме здоровья да, показал. Здоровье. Как только вследствие ситуации, которая сложилась, морфия российского не стало, пока не договорились с итальянцами, которые бы это все доставляли, абсолютно. И все абсолютно. Остальное, и не могли оперировать бойцов. Таких примеров можно привести. Начинать нужно с того, чтобы определить, какие препараты в Украине являются. Но мы уже говорим сейчас о деталях. Главное заключение, вы правильно заметили, и я полностью поддерживаю эту точку зрения, и все, тоже часто очень пытаюсь напомнить, что проблема и науки, вообще, из результатов научных в области создания лекарственных препаратов, это проблема национальной безопасности. Однозначно. И поэтому с такого уровня и мы должны оценивать то, что есть, и, безусловно, думать о том, как это сделать в реалии превратить. В реалии. Начать вот эту, нашу позицию в отношении национальной безопасности. С дженериков начать. Мы не можем делать дженериков. Все абсолютно правильно. Научимся делать дженерики. И пойдем да, дальше. Да, конечно. Дальше, конечно. Дальше, китайский дальше. Опыт. Повторяйте, потом вы переходите к технологическому лидерству, которое они объявляют, что они должны стать технологическими лидерами уже в ближайшие 10 лет. Хорошо, Дмитрий, мне, я не знаю, как нашим зрителям, мне очень понравилась наша беседа. Она была, знаете, наполнена не констатацией того, что вот нам не дают деньги на оборудование, нам дают мало денег, бюджет маленький. Безусловно, это так, и все это понимают. Лишний раз напоминать, это портит себе настроение, мы все должны с оптимизмом относиться. Мы с вами говорили о том, что мы обязаны просто поддержать приоритетность тех направлений, которые сегодня относятся к сфере здравоохранения и к сфере агропромышленного комплекса, потому что непосредственно это касается человека. И здесь нужно делать очень серьезную оценку государственной политики. Спасибо вам огромное за эту беседу. И при первых же каких-то интересных новых результатах, которые вы достигнете, и с вашими партнерами, в том числе иностранными, вашей активностью лекционной, такой международной, с удовольствием мы снова встретимся и поверимся. Спасибо большое. Спасибо большое. Очень приятно было побеседовать. Шановні колеги, у нас сьогодні відбулася дуже цікава розмова, як ви встигли проглянути, щодо потенціалу України, не тільки потенціалу, а реальним діям України по створенню нових лікарських засобів, про наші розробки, які торкаються нашого агропромислового комплексу, і про те, що треба зробити, щоб ці пріоритети безумовно розвивалися, а з ними і наша країна. Я хотів би єдине що нагадати, радьте своїм колегам проглянути наші цикли передач YouTube-каналу Національної академії наук про науку компетентно, підписуйтесь на наш канал, ну і звичайно, як завжди, ставте лайки, дізлайки, будь-яка ваша реакція буде нами проглянута і проаналізована. І звичайно, звертайтесь з вашими пропозиціями щодо майбутніх тем наших передач. До побачення.